Кеннеди обращаются к выжившим. Сигнал к эвакуации, удар колокола. Повторяю, зеленый свет по колокольному звону. Сондра, мать ее, Келли. Я думал, она умерла. Не ведись. Вороны и поход в бордель не спланируют. Эвакуация, сейчас. Грохнут тебя и обчистят твой мор. Ищи полковника. У него должен быть пропуск в мобильный арсенал. Уэверли был из лучших, знаешь ли. В Кувейте он не раз прикрывал мне спину. Достойный человек. Черт! Говорю же, нынешняя армия в подметке не годится той, где я служил. Ну, раз ты там, захвати пару пушек.
Внутри. Класс. Теперь хватай все, что унесешь, и тащи в убежище. Прости, что ворвалась на твою волну. Ворон и Ди хотят эвакуировать Тауэр. Нам нужны все бойцы, каких мы можем достать. Помоги нам, и мы тебя вытащим.
Старые добрые Си-4. В бою бесполезно, но чтоб взорвать препятствие, цены нет. Шевелись, не стой! Ты легкая добыча! Это великая чума. Вороны суетятся. Знамения даны, и чума пришла. Как и говорил Ди. Но ты об этом не думай. Thank you.
Итак, тебя тянет в птичью стаю. Ну что ж, я расскажу тебе о воронах Ди. Пророчество Ди ясно, но эти трусы хотят подогнать его под себя. Они признают, что Ди предсказал чуму, но уверены, что насчет выживших он ошибся. Они не спасут мир. Эвакуации, лекарства, передышки. Хрень! Выживут подготовленные. Этому-то я тебя и учу. Ты, вижу, совсем меня не слушаешь. Ладно, но учти, тут я тебе не помощник. Рада видеть тебя. Только давай сначала очистим дорогу в Тауэр. Мы потеряли снайпера. Впрочем, он не первый с тех пор, как это началось.
Доставать Си-4. Карл II после чумы подрезал крылья таурским воронам. Что могло лучше доказывать его веру в черное пророчество? Ну, кроме основания нашего ордена. Ah!
Когда разорили библиотеку Ди в Мортлейке, мы потеряли много знаний. Остались крохи. Чтобы их понять, нужно быть Ди. Это гиптограмма Ди. Символ единства четырех элементов с алхимией, магией и наукой. Для нас это ключ к тайному знанию. Теперь у тебя инфракрасный фонарь. Ищи знаки. Этого места не существует. Положить на инфракрасный фонарь. Тебя к бункеру.